Сегодня ко мне на обзор попал набор инструмента от компании Redwerk. Давайте вам про этот инструмент немного поподробнее расскажу. Давайте рассмотрим вот такой вот гайковерт от компании Redwerk. Электрический гайковерт ударный, бесщеточный двигатель стоит мотор, литий-ионный аккумулятор, 5 ампер-часов, 18-вольтовый, 500 ньютонов крутящего момента, довольно-таки мощный. Хочу заметить, в гайковерте присутствует подсветочка, если в темное время будете работать. Также присутствует выбор скорости. Обратите внимание, вот мы можем переключить от 1 до 3 скорость. Также имеется кнопка автостоп, прорезиненная ручка, реверс вращения имеется, да, в левую, в правую сторону. То есть довольно-таки удобно, еще раз хочу сказать. Также есть у нас индикация заряда батареи. В любое время нажимаете и проверяете, в каком состоянии ваш аккумулятор. Аккумуляторы у нас универсальные, то есть практически подходят ко всей линейке электроинструмента Redwerk. Берем, снимаем, берем, ставим. Следующий у нас инструмент, это у нас шуруповерт электрический, бесщеточный, также 18-вольтовый. Диаметр максимально возможный сверла 13 мм. Также у нас присутствует режим переключения скорости, то есть тихая скорость, быстрая скорость. Три режима есть. Как у нас ударный получается режим, просто шуруповерт и как дрель, да. Также есть возможность выбора усилия, ну, как обычно шуруповерт, в принципе. Также подсветочка присутствует, тоже реверс присутствует, да, понятное дело. Довольно-таки увесистый, довольно тоже хорошо ощущается в руках. Ручка прорезиненная, то есть тоже с этим все четко, все хорошо. И еще один инструмент, который я хотел бы вам показать, это реноватор, многофункциональное устройство. За счет высоких вибраций у нас может как пилить, так и, так скажем, шлифовать инструмент. Да? Вот включаем его. Видите, у нас сейчас маленькая скорость включена. Есть у нас реверс. Реостат прибавляем скорость. То есть вот такой вот. За счет этого у нас получается можно пилить. Тут видите, зубы острые, это не болгарка, он туда-сюда вращается, реноватор, да. Также батарея универсальная, проверяем заряд батареи, как я уже сказал. Есть ручка, то есть у нас в комплекте идут несколько насадок с ним. Зарядочная станция под два аккумулятора, сразу два аккумулятора ставим. Здесь у нас индикация заряда, если красным, значит разряжено, если зеленым, значит заряжено. Ну а ознакомиться, либо же приобрести инструмент, вы сможете на сайте Redwerk, ссылочку оставлю в закрепленном комментарии.